вчера еще послушала. Самое интересное, и заправок-то особо нет. Две заправки я только видел на 150 километров.
Ты что, фотографируешь? А это кино. Тем более. Энбакек. Вода 27 градусов, а воздух где-то тоже будет 27. Мертвое море. 14 ноября 2017. Вот. А с той стороны Иордания не видно сегодня. Вон там темная полоска. Мертвое море расположено на высоте минус 409-415 метров, может 420, надо уточнить. А каждый год меняется, потому что уровень воды падает. Одним словом, мы в котловане, минус 400 метров от уровня мирового океана. Сегодня хорошо, нет солнца изнуряющего. И человек здесь как поплавок плавает, не тонет. Очень высокая концентрация соли. Вот женщина вам демонстрирует. За восхищение природных ресурсов. А у нас хорошо. Можно еще покупаться. Вода 27 градусов. Один день на Мертвом море и выехали домой. И сейчас плиты не будет тут, и у меня телефон разряжен. Давай на завтра, хорошо?